Мальчик и морские звезды. Человек шел по берегу и вдруг увидел мальчика, который поднимал что-то с песка и бросал в море. Человек подошел ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звезды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке миллионы морских звезд. Берег был буквально усеян ими на много километров. «Зачем ты бросаешь эти морские звезды в воду?» – спросил человек, подходя ближе. «Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнется отлив, то погибнут!» – ответил мальчик, не прекращая своего занятия. «Но это же просто глупо!» – закричал человек. «Оглянись! Здесь миллионы морских звезд! Берег просто усеян ими! Твои попытки ничего не изменят!» Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал: «Нет, мои попытки изменят очень много для этой звезды!» Тогда человек тоже поднял звезду и бросил ее в море. Потом еще одну. К ночи на пляже было множество людей, каждый из которых поднимал и бросал в море звезду. И когда встало солнце, на пляже не осталось ни одной неспасенной души. Понравилась история? Ставь лайк, оставляй комментарий и подписывайся. Дальше больше.